Дэниел Крейг приступил к съемкам в фильме «Девушка с татуировкой дракона». Напомню, это экранизация одноименного романа Стига Ларсена и одновременно ремейк скандинавского фильма 2009 года. Дэниел играет журналиста Микаэля Блумквиста, который разыскивает исчезнувшую родственницу стареющего магната. Помогает ему в этом девушка-хакер Лизбет Саландер, которую играет начинающая актриса Руни Мара. Взявшись за дело от скуки, Микаэль оказывается впутанным в опасную игру, которая угрожает его жизни. Режиссером картины стал Дэвид Финчер, снявший «Бойцовский клуб». Крейга утвердили играть в экранизации всей трилогии Ларсена. Вслед за «Девушкой с татуировкой дракона», которая выйдет в прокат 21 декабря 2011 года, последуют «Девушка, которая играла с огнем» и «Девушка, которая разворошила гнездо шершней». Ольга Белик для TV2Go.